Международный комитет Красного Креста провел семинар для представителей средств массовой информации. Тема лекции была посвящена специфике освещения гуманитарной деятельности. Сотрудник отдела по связям с общественностью Марина Телите поделилась с журналистами своим опытом. Она рассказала, на что журналисты в первую очередь должны акцентировать внимание, готовя материалы о гуманитарной деятельности. Семинар проводили специалисты из Московской региональной делегации Международного комитета Красного Креста. Часть семинара посвящена архивным материалам Международного комитета Красного Креста. Это и видео, и фото архивы, которые находятся в открытом доступе и которые дают массу возможностей журналистам увидеть, как же на протяжении многих десятилетий изменялась работа Красного Креста, о том, в каких регионах мы как работали, кому мы оказывали помощь. Очень много исторических фактов. И с точки зрения ресурса колоссального, для журналистов это поле для деятельности, поле для творчества. На семинаре было представлено 3 доклада. В частности, сотрудники комитета рассказали журналистам о сложностях, с которыми они зачастую сталкиваются в ходе своей деятельности. Еще один доклад касался работы журналистов в опасных командировках. В завершении семинара представителям СМИ рассказали об истории гуманитарной деятельности Комитета Красного Креста. Людям, да, например, привез и раздал продовольствие, никаким образом на политическую обстановку, это совершенно в другой плоскости лежит, не влияет. То, что где-то там пострадавшим оказали медицинскую помощь, раны перевязали, оно никакой расклад политических сил не поменяло. То, что какие-то там детишки, которые где-то сидели и прятались, их оттуда получилось эвакуировать, расклад политических сил нигде не поменяет никаким образом. И здесь очень важно вот именно этот момент донести, что наша роль лежит совершенно в другой плоскости. На семинар были приглашены представители Министерства иностранных дел нашей республики. У всех собравшихся была возможность задать вопросы по представленным докладам. Алена Утаева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.